Некоторые считают, что это будущее. Но мы уверены, действовать надо уже сегодня. К 2050 году население Земли достигнет 9 миллиардов человек. По данным ООН, чтобы обеспечить их пищей, потребуется увеличить производство продукции питания на 60%. Все больше внимания уделяется экономии ресурсов, энергии, воды, удобрений и семян. Поэтому столь важным является использование эффективных технологий. Некоторые называют это глобальным игроком. Для нас это просто поддержка. Вместе с АККО мы являемся крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственной техники. Производством техники АККО заняты более 40 заводов по всему миру. Мы работаем в наиболее эффективной в отрасли сети продаж, более 3000 партнеров в более чем 140 странах мира. И тем не менее, мы не теряем нашей идентичности. Мы знаем, откуда мы пришли. Некоторые называют это историей, а мы — нашими ценностями. Производство тракторов в Марктобердорфе началось в 1930 году с небольшого, мощностью 6 лошадиных сил трактора «Дизельрос» с сенокосилкой и навесным плугом. Так возник бренд «Фендт», с самого начала отличающийся отличными характеристиками. Легендарный «Дизельрос» постоянно модернизировался, становясь с каждым годом все более популярным. В 1949 году с конвейера каждый месяц сходило 20 тракторов «Дизельрос». И с тех пор машины «Фендт» непрерывно совершенствуются. От простых тракторов с навесными орудиями моделей «Фармер» и «Фаворит» до революции на рынке тракторов трансмиссии «Варио». И сегодня мы продолжаем производство там, где все началось. Центр «Фендт Форум» в Марктобердорфе – ворота в мир «Фендт». Это современный информационный центр. Место встречи для всех наших клиентов, партнеров, друзей и фанатов «Фендт». В настоящее время здесь, в Германии, более 4000 сотрудников заняты в разработке и производстве техники «Фендт». Завод по выпуску тракторов расположен в Марктобердорфе. В 120 километрах к северу от него, в Асбах-Бойменхайме, находится завод «Кабин». В Фойхте разрабатываются технологии для фуражных комбайнов «Фендт». А в Хойнмюльзне выпускается комбайн «Катана». Комбайны «Фендт» производятся в Бриганце, Италия. Тюковые пресс-подборщики «Фендт» выпускает завод в Хестоне, США. Некоторые называют это безумием. Мы — исследованиями и разработками. В поисках идеальных решений мы отказываемся от традиционных путей. Проявляя максимум фантазии, проводим виртуальные исследования и разработки. У наших инженеров есть только одно ограничение – польза для наших клиентов. Ни больше, ни меньше. Но когда изделие начинает принимать законченный вид, мы вновь становимся прагматиками. Только одна вещь может быть более суровой, чем реальность. Это наш испытательный стенд. Здесь мы имитируем наиболее тяжелые условия эксплуатации. И только если машина докажет на нем свою безупречность, она будет выпущена с завода. Некоторые называют это качеством. Для нас это стандарт «Фендт». Бездефектные компоненты – гарантия качества для наших клиентов. Эту уверенность обеспечивают постоянные рабочие проверки и контроль качества на всех этапах производственного цикла, а также вертикальная интеграция.
Все основные компоненты трансмиссии «Варио» — шестерни, валы, корпуса — изготавливаются непосредственно в Марктобердорфе. И, конечно же, тщательно тестируются с использованием передовых методов контроля. Любое малейшее отклонение мы рассматриваем как большую проблему. В нашей лаборатории мы исследуем все компоненты трансмиссии «Варио» на наличие мельчайших, даже микронных, загрязнений. Ведь трансмиссия «Варио» — это сердце техники «Фэнд». Поэтому для нас не существует никаких компромиссов. Ежедневно сотрудники завода кабин в Асбах-Бойменхайме доказывают свои знания и опыт в производстве кабин и капотов. Ведь наши клиенты будут проводить в кабине «Фэнд» долгие рабочие дни. Вначале есть только трубы, профиль и листы металла. Высочайшее качество кабины начинается с производства компонентов на самых современных и высокотехнологичных линиях. Интегрированные техпроцессы и роботизированные системы гарантируют идеальную обработку компонентов, которая очень строго контролируется. Все размеры капотов проверяются пятиосевым лазером методом 3D-измерений. Опыт и преданность делу сотрудников «Фэнд» полностью исключают любые ошибки. Кроме того, мы строго контролируем производственную логистику. RFID-технология позволяет всегда точно знать, где в пределах завода находятся необходимые узлы. В процессе контроля качества работникам помогают интеллектуальные очки. Они отображают более 60 контрольных точек, заранее определенных внутри и снаружи кабины. Эффективно и безошибочно. Чтобы ничто не отвлекало наших клиентов от работы, каждая кабина проходит испытания на степень защиты от шума. Методы ультразвукового контроля позволяют нам обнаруживать мельчайшие детали. Кабина также проверяется на герметичность. И только идеально изготовленные изделия продолжат путь на завод Марктобердорф. Кабины поступают на заводе тракторов в Марктобердорфе точно в срок и строго синхронно в необходимой для сборки последовательности. Каждый трактор состоит из более чем 10 тысяч компонентов, которые непосредственно подаются на сборочную линию. Таким образом, шаг за шагом создается техника «Фэнд». Сборка завершена, кабина установлена, все скрупулезно проверено. Все модели тракторов «Фэнд» выпускаются на одной сборочной линии. И все это при огромном количестве разнообразных конфигураций. Кроме стандартных процедур контроля, на рамках техпроцесса предусмотрены дополнительные 10 точек контроля качества — ворота качества, в которых выполняются тщательные промежуточные проверки компонентов и систем. Проверяются внешний вид, дополнительное оборудование, качество монтажа и обработки, а также проводятся функциональные тесты. Все готово. Любые отклонения проконтролируются, заносятся в электронную базу данных и, конечно же, исправляются. Но даже самые передовые технологические решения не могут заменить опыт работников. Поскольку хорошие идеи для совершенствования процессов и результатов формируют не машины, а преданные и опытные коллеги. Учитывая, что средний трудовой стаж работников составляет 15 лет, «Фэнд» всегда может доверять знаниям своих наиболее опытных сотрудников. Лучшие тракторы создаются только лучшими сотрудниками. И поэтому мы инвестируем в обучение молодого поколения. И на последнем этапе машина выходит на свет. Каждый изготовленный трактор проходит окончательную проверку при освещенности 2400 люкс.
Результат? Наш стандарт ФЭНД. Некоторые имеют портфель продукции. У нас есть миссия. Мы являемся производителем полного ассортимента, поскольку убеждены, что должны предлагать своим клиентам самое лучшее. Например, наш централизованный интерфейс управления машиной. В чем мы видим нашу миссию? Помочь клиентам добиться успеха там, где начинается урожай, в точке, где сходятся небо и земля, где встречаются природа и труд человека. Помочь тракторами, комбайнами и кормоуборочной техникой. Помочь опытом и качеством. А также эффективными концепциями. Наш исследовательский центр Feuchte, присоединившийся к корпорации в 2011 году, считается ведущим разработчиком передовых сельскохозяйственных технологий в Европе. И это неудивительно, ведь именно здесь на протяжении 9 десятилетий создавались инновационные образцы сельскохозяйственной техники. Здесь разрабатываются, изготавливаются и испытываются косилки, грабли для уборки сена и сеноворошилки. Без каких-либо компромиссов. С учетом всех задач, стоящих перед нашими клиентами. Кормоуборочный комбайн Катана также является частью техники ФЭНД. Различные модели уборочной техники, разработанные в Марктобердорфе, серийно выпускаются на заводе АККО в Хоенмюльзене, начиная с 2012 года. В соответствии со стандартом ФЭНД, каждая машина полностью изготавливается на одной производственной линии. Бережливое и эффективное производство, сертифицированное качество конструкции и функциональности. Некоторые называют это земледелием 4.0. Для нас это просто профессиональная сельскохозяйственная техника. Обмен информацией между машинами, с фермой и сервисными партнерами является основой концепции прецизионного земледелия. Мы создали стратегию, которая не только оптимизирует рабочие процессы, но и формирует интеллектуальные решения по разумному использованию ресурсов. В рамках исследовательского проекта «Марс» мы объявили о решающем шаге к прецизионному земледелию, о малогабаритных, мобильных, роботизированных модулях. Тем самым мы готовим новую революцию. Некоторые называют это сектором будущего, а мы — просто сельским хозяйством. Техника ФЭНД — это не просто изделие. Машины ФЭНД — это партнеры, соратники, члены семьи. Проверенные, умные, эффективные и мощные. Качество и надежность для профессионалов сельского хозяйства. Лидеры выбирают ФЭНД.